Как и у всех взрослых, у детей есть права, которые нужно защищать. Каждый маленький гражданин имеет право на всестороннее развитие, образование, охрану от негативного влияния окружающей среды и полноправное участие в жизни общества. Проблемы несовершеннолетних решают уполномоченные и их помощники по защите прав детей. Это больше оказание помощи гражданам, обращающимся, в формулировании какого-то вопроса, составление заявления, обращение к уполномоченным. Станислав Власов – один из помощников уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области. Он занимается правозащитой юных островчан уже более 3 лет. По его мнению, в городе очень мало обращений по поводу нарушения прав детей. Обращений по защите прав детей гораздо меньше, чем по защите прав взрослого населения. По поводу детей это буквально 2-3 обращения было за весь период. Когда уже обиты пороги всех инстанций и нет вразумительного ответа, на защиту вступают уполномоченные по правам ребенка. Станислав Власов ведет прием по адресу Зернова, 35, каждый последний понедельник месяца. Свои вопросы можно задать и по телефону 99-208. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.